Здравствуйте, Сергей. Это видео про ваш одуванчик. Я запрограммировал фокус на расстояние 80 мм и диафрагма от 2,8 до 22. На моем YouTube-канале в разделе «Инструкции» вы сможете посмотреть, как фотографировать с помощью такого же объектива, как у вас, используя одуванчик. Вкратце скажу, что сначала вы выбираете нужную диафрагму на вашей камере, и потом эту же диафрагму выставляете на вашем объективе. Поскольку прыгалки нет, нужно, так скажем, эту операцию проводить дважды. А потом уже смотрите по получившемуся снимку, нужна или не нужна экспо-коррекция. То есть все режимы будут работать. Одуванчик работает в режиме IFS. Вот он, ваш одуванчик. И вот полочка, с помощью которой вы его установите на ваш переходник. Для того, чтобы мусор не попал на ваш объектив, я советую наклеивать одуванчик, сняв весь переходник с вашего объектива. Вот, как видите, точно такой же переходничок, который у вас прикручен к основанию вашего большого переходника КП-88 самодельного. То есть вы возьмете полочку с наклеенным одуванчиком и, ориентируя средний контакт одуванчика точно на красную точку на вашем переходничке, вот таким образом наклеите полочку с одуванчиком на ваш переходник. Для этого подойдет лучше всего суперклей гель, который не так быстро засыхает. Вот. И как я вам сказал, что предварительно вы разметите на полочке место посадки одуванчика на внутренней его поверхности и зачистите полностью от черной краски, обезжирите поверхности кольца и поверхности полочки. Вот. Сейчас я наклею одуванчик на полочку. Все это дело упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.